Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Истек срок для обязательной вакцинации в Кировской области. Привиться сотрудники компании в целом ряде сфер должны были до 10 декабря. Без прививки теперь нельзя трудоустроиться, например, в кафе или в салон красоты. А действующие, но не привитые сотрудники предприятий, попавших под обязательную вакцинацию, должны быть отстранены от работы. Контроль за выполнением данного постановления уже ведется управлением Роспотребнадзора по Кировской области, сказано в релизе регионального правительства. Однако неизвестно, какие последуют санкции для тех, кто ослушался. В целом по региону число привитых сейчас почти 620 тысяч. Первый компонент получили более 676 тысяч. Повторную вакцинацию прошли 112 тысяч жителей региона. Программа «Экономика». Число безработных в Кирове снизилось с начала года в 6 раз. На 1 декабря в городе, по данным Центра занятости населения, 1800 официально безработных граждан. Уровень регистрируемой безработицы оценивается в 0,7% от общего числа рабочей силы. Это шестое место в Приволжском федеральном округе. Самый высокий уровень безработицы в Уфе и Чебоксарах. Самый низкий в Нижнем Новгороде и Саратове. Экономика на 101 FM. В Кировской области назначат дни для вступления в силу требований к бизнесу. Поправки в региональное законодательство внесены в ЗАГС Собрание. Они предполагают, что новые требования можно будет вводить с 1 марта или с 1 сентября. Это часть реформы контрольно-надзорной деятельности в стране. Также будет ограничен 6 годами максимальный срок действия обязательных требований. Кроме того, вводится процедура оценки применения. За 2 года до конца максимального срока действия каких-либо требований власти должны будут оценить, достигнут ли их результат, и продлить, пересмотреть или отменить требования. Совет УЗС поддержал эту инициативу. Экономика. Курс доллара на сегодня 73 рубля 47 копеек, евро стоит 82 рубля 83 копейки. Анна Лапшина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.